Здравствуйте, вы на канале Ясный Феникс. Мы будем делать ледяного дракона, который, как я и обещала, буду делать. Нам понадобится вот такой бисер, вот такого оттенка. Понадобится еще вот такой бисер темного синего оттенка. Ну и оттенок белого цвета, конечно же. Потому что дракон, ледяной. Все же. Мы и начинаем. Но еще нам понадобится, конечно же, леска. Леска нам понадобится. Ну и бусины. Черную 2 штучки 6 мм. И по 4 мм для лапок синенького цвета. То есть голубенько, правильно сказать. Мы и начинаем. Так, теперь берем леску и отматываем, примерно. А я отмотаю вот так. Так вот отмотаю еще. Вот так вот колечко брать. Все, столько хватит, я думаю. Так. Белый бисер у меня вот такой будет. Вот они, два кончика. Делаем их ровными, чтобы, пропорционально хотя бы друг другу, чтобы это были на середине. Вроде бы у меня на середине. Более-менее. Так. Первый ряд у нас начинается с цвета. Это белый, поэтому я беру белую бисеринку и кидаю в серединку. Даже. Вот, видите, она в серединке. Теперь следующий цвет мне нужен. Вот этот. Беру две этих бисеринки этого цвета, чтобы на две стороны упало. Получается вот так. Вот. Теперь берем одну бисеринку и проходим так вот между двумя лесками, вот так вот накрест получается. Получается вот такой треугольничек. Теперь второй ряд. Мне понадобится темно-синий, поэтому я открываю темно-синий. И тоже вот сюда высыпаю. У меня специальный зеленый коврик, специально мохнатый, поэтому... на столе вы не пробуйте так сыпать. Так, беру также две вот эти светлые бисеринки. Опять также повторяю. И заберу темно-синюю бисеринку и
прохожу через нее. Вот так вот. Теперь получается вот так вот. Цепочка получается. Так. Следующий. Третья. Третью мы берем. Пять. По одной бисеринке. Одну бисеринку в эту сторону, в другую. И эту бисеринку в другую сторону. И берем вот этот же цвет. Темно-синий теперь не нужен. Пока что. Проходим. Теперь получается вот такая цепочка из трех рядов. Теперь четвертый ряд. В четвертом ряду я делаю так. Беру одну светлую бисеринку. Ну, теперь только на одну сторону, чтобы сделать поворот. Надо еще взять еще одну бисеринку белую. Теперь. И одну бисеринку накидываем на этот же ряд. Ну, теперь застегиваем. На другой ряд мы не накидываем ни одного бисера. Бисеринки. И получается поворот. Вот так вот теперь затягиваем. Вот теперь мы повернули. Тут всего надо 4 таких рядика. Получается вот так вот. Теперь делаем пятый ряд. Для пятого ряда мы берем тоже белую бисеринку. И тоже на эту же сторону берем светло-синюю бисеринку. И одну, и с другой стороны проходим через нее же, чтобы повернуть в ту сторону. Вот теперь возвращаемся, делая второй ряд. Вот так вот. Теперь проходим через вот эту бисеринку, чтобы сделать следующую петлю. Следующая петля будет 7-й. А нет, будет 6-й. Господи. Вот то есть. Это. Теперь 7-ю мы берем одну синенькую яркую вот такую. Голубую, то есть. И проходим через одну бисеринку, одну оставляя. Теперь мы вот так вот мы проходим. Оп. И получается вот такая платформочка потихонечку. Теперь мы проходим через вот эту бисеринку. Теперь через бисеринку. И в 8-м. А, в 7-м. Сейчас как раз 7-й. Это был 5-й. Теперь 7-й. Берем. Также 2 светлых и проходим через одну бисеринку. Самую последнюю. Вот так вот. Получается. Вот такой получается платформочка. Получается у нас. Теперь проходим через вот этот ряд. Теперь проходим через последний ряд. До конца мы дошли. Теперь мы сейчас будем опять поворачивать. Для поворота мне нужен белый бисер. Я подсыплю его. Вот так вот.
Одну бисеринку я беру. Вот теперь, которые закончили леской. И этой же леской беру и синюю. И соединяю. Меняю. И прохожу через синюю. Господи, будете у меня. Теперь соединяем. Вот так вот. Получается вот такая платформочка. Теперь дальше. Опять берем белую бисеринку, только в этот раз две. И тут уже бисеринки. Бисеринки белых и одну вот такую синюю, голубого цвета, господи. Теперь вот так вот и поворачиваем. Все так же, как в прошлом ряду, только просто теперь мы идем в противоположную сторону. Теперь проходим через бисеринку предыдущего ряда. Ну, перед предыдущим рядом, то есть, правильно сказать. Теперь берем голубой цвет. И еще одну голубого цвета берем. И проходим через бисеринку. Одну. А ту оставляем. Вот так вот. Получается вот такая платформочка. Потихонечку. Теперь мы проходим опять через вот эту. Берем опять две бисеринки этого же цвета. И проходим через одну бисеринку. Так вот. Только аккуратно, чтобы леску не запутать. Вот так вот. Получилась вот такая платформа, получается. Теперь проходим через последний ряд. Так. Получается вот такой уголочек. Так. Мы делаем напрямик. И заканчиваем прямиком. Так, берем две бисеринки белого цвета. И проходим через одну бисеринку. И все. У нас получается вот такая платформочка. Теперь мы сейчас будем ее округлять. Вот мы закончили на 12 ряду. Сейчас берем белый бисер. Три бисеринки. Вот в эту сторону, где три белых бисеринки мы пойдем. Поэтому берем три бисеринки. Нет, 4, то есть 4 бисеринки. И проходим через одну опять бисеринку, похоже. Прохожу через эту бисеринку. Теперь проходим через вот эту бисеринку следующего ряда. Берем всего две бисеринки. И проходим через одну. Опять. Через одну. Вот так вот. Теперь проходим через вот через следующую белую бисеринку. Должно вот так вот получаться.
получится. Теперь берем опять. Теперь 3 бисеринки берем. 2, 3. И через одну проходим. Бисеринки. Такую бисеринку. Так, тихо. Чтобы не запутать леску. Но закручивается надо. Вот так вот. Вот этот ряд мы закончили. Теперь переходим, где синие стеночки. Теперь проходим через голубую бисеринку. Так, это у нас будет 16-й ряд. Берем 3, то есть, да, 3, 3 бисеринки вот этого цвета, голубую. Так, теперь проходим через вот эту бисеринку. Теперь берем одну светлую, одну темную. Мы так вот насквозь проходим. Вот так вот. Видите, уже есть округление небольшое. Это значит, мы правильно плетем. Теперь проходим через... Берем следующий, через следующий ряд проходим. Через вот эту бисеринку, через голубую. И берем 2 бисеринки этого цвета. Вот так вот. И теперь проходим через вот эту синюю бисеринку, только голубую. Проходим через последнюю этого ряда. И берем 2 голубых бисеринки и 1 белую. Так вот. И вот так вот получается у нас. И вот мы закончили именно вот этот ряд. Теперь переходим через опять через вот эти 3 белые бисеринки. И также проходим через 1 бисеринку. Прохожу. Так, иногда я пинцетом помогаю себе, но это не обязательно. Так, теперь прохожу, беру 2 бисеринки белых, и 1, и через 1 мы проходим. Ну, вообще, на самом деле, 3. Это я просто 2, говорю, в середине остаются. Вот так вот. Вот так вот остается. Теперь проходим через вот эту бисеринку. Берем 2 бисеринки. И вот так вот застегиваем. Теперь опять проходим через вот эту белую бисеринку.
ту следующую бисеринку. Там главное аккуратно, чтобы не запутать. Она иногда леска просто такая прямая, она не туда залазит. Я ее иногда поправляю. Так-с. Теперь опять берем две бисеринки белых. И одну для соединения. Получается вот так. Получается поворот. Теперь проходим через белую бисеринку, которая следующего ряда, где 4. Теперь через нее проходим. Теперь это у нас 23. Теперь берем 2 бисеринки. 5. Ну, вообще 3. Одну для соединения. И получается вот так. Вот так вот. Видите, как получается округление. Теперь проходим через голубую бисеринку. Так, 24-й у нас одну оставляем, одну, и мы застегиваем. Ну, то есть соединяем, правильно сказать, господи. Так. Проходим через вот эту бисеринку. Следующую голубую. Тут всего их 2. И берем одну голубую бисеринку, одну белую бисеринку. Так, вот так вот. Тихо. Ладно. И вот так соединяем. Теперь 26-й, это последний у нас ряд. Теперь мы проходим через вот этот ту бисеринку и вот эту бисеринку. То есть мы проходим через вот эту бисеринку и через из трех через вот эту крайнюю. Так, начинаем плести следующий ряд. Также поворачиваем в эту сторону, где вот эти белые ряды. А, кстати, оказывается, с кофейчиком надо было вот здесь 2 бисеринки. Так, одну бисеринку сюда. Сейчас. Вот так. Теперь. Двадцать семь. Берем 3 бисеринки. Вот так. Вот. Это у нас первый ряд. Теперь проходим через одну бисеринку. Теперь
Берем еще две беседки белых. И проходим через одну беседку. Вот так вот. Теперь проходим через вот эту беседку. И берем опять две бисеринки. И вот так проходим. И проходим через вот эту бисеринку, которая где уже шли не по две бисеринки. Остается рядок. И вот. Мы придем уже теперь все по одной. Но их берется только две бисеринки и соединяется с белой бисеринкой. Соединяется с одной бисеринкой. Соединяя с мы одну бисеринку просто свободной. Теперь проходим через белую бисеринку. Теперь берем две бисеринки опять. И опять соединяем одной бисеринкой. И также опять проходим через один. Через следующую бисеринку. Теперь берем 5 бисеринки и одну проходим. Вот так вот. Получается вот такой ряд. Округление. Теперь те две бисеринки теперь синих, то есть голубых, теперь проходим через одну голубую бисеринку. И берем две голубых бисеринки. Вот так вот. Теперь опять проходим через голубую одну бисеринку. И опять берем бисеринки. И через одну просто проходим. Так вот получается округление. Теперь опять проходим через одну голубую бисеринку. И одну берем голубую и одну синюю. И вот так вот. Получается вот так вот. Теперь проходим через голубую бисеринку одну следующего ряда. И берем две голубых опять бисеринки. Через одну мы проходим. Так. И
получается вот так вот. Округление. Теперь проходим через одну из двух, проходим опять через писельку одну. Берем опять две голубых бисеринки. Теперь проходим через ту, которая рядом, бисеринку, которая двойная была. Теперь через нее проходим. Берем опять две бисеринки голубого цвета. А, ну, одну белую вообще. Господи, спутала маленечко. Припутала, то есть. Теперь вот так вот проходим. И получается вот так. Теперь проходим через белую бисеринку. И берем две белых бисеринки. И вот так вот. Теперь проходим опять через белую бисеринку. И с бисеринку. И берем опять две бисеринки. И заодно проходим. Так. Теперь проходим через белую бисеринку. Опять. И заодно. И опять соединяем. Вот так. Получается, видите, округление. Раз, значит, мы опять правильно идем. Так, проходим через вот эту бисеринку из двух. Теперь проходим через одну, берем две бисеринки, проходим насквозь через одну и вот так соединяем. Теперь так вот проходим. Теперь берем две бисеринки, через одну мы проходим, одну оставляем. Вот так вот. И опять проходим через одну бисеринку из двух. Теперь мы уже на мордной стороне. Теперь берем две бисеринки белого цвета. Вот так вот. Теперь проходим через вот эту бисеринку, через следующую из двух. И опять берем одну бисеринку и одну голубую бисеринку. Бисеринки белого цвета. Еще вот здесь. Вот сейчас мы проходим через голубую бисеринку. Берем теперь я голубых бисеринки. И проходим через одну.
Ну, проходим. Вот так вот. Теперь проходим через идем опять через голубую бисеринку. Берем одну бисеринку голубого цвета, одну белого цвета. И проходим через белую бисеринку насквозь. Так вот. Теперь, видите, под конец вот так вот осталась вот такая. Теперь проходим через одну бисеринку нижнюю и сбоку, которая бисеринка с первого ряда, проходим через нее. Так вот, соединяя ряды. Так, у меня одна белая бисеринка сейчас подсыпаем. Берем одну белую бисеринку для соединения. Соединение рядов. Вот так вот. Получается вот так вот. Видите, объем придался. Вот так вот. Теперь три белых бисеринки. И проходим через одну белую бисеринку со стороны, чтобы идти вот в эту сторону. Ну, как мы и шли в прошлый раз. Теперь проходим через вот эту белую бисеринку. Это 50-й ряд получается. Берем две бисеринки. Опять так же все проходим. Вот так вот. Так, теперь проходим через вот эту бисеринку. Так, берем две бисеринки мимо и проходим через одну. Опять так же бисеринку. Так, проходим. Теперь проходим через вот белую бисеринку. Теперь берем бисеринки. Через одну мы проходим. Да. Теперь проходим через вот эту бисеринку.
И проходим через одну без песчинок. Так вот. Теперь проходим через белую песчинку опять. И берем одну белую песчинку и одну голубую. А нет, белую песчинку. Господи, тупо. Так вот. Теперь проходим через голубую песчинку. И берем две голубых бисеринки. Так, вот. Теперь проходим через голубую следующую бисеринку. Также предупреждаю, что это задняя сторона, а вот это передняя сторона. Так, голубое яйцо подсыпаем. Берем две бисеринки голубого цвета и прохожу через одну бисеринку голубого цвета, чтобы соединить. Теперь прохожу через голубую бисеринку, беру одну голубую, одну синюю. Через синюю мы проходим. Теперь проходим через голубую бисеринку. И беру две голубых бисеринки и прохожу через одну. Теперь проходим через синюю бисеринку, прошла уже. Теперь опять две берем голубых бисеринки и через одну голубую прохожу. Так. Вот. Одну бисеринку я беру голубую и одну белую. Через белую я прохожу. Теперь через белую бисеринку прохожу. И еще пару. Берем две белых бисеринки. И опять проходим через одну белую бисеринку. Все получилось округляться. Дальше опять проходим через бисеринку. Опять проходим через одну бисеринку. Теперь прохожу через белую следующую бисеринку. И беру две бисеринки. И опять я прохожу через белую следующую. Я беру две бисеринки белых
И одну, через одну я прохожу. Теперь прохожу через одну белую бисеринку. Опять беру две бисеринки, опять насквозь эту прохожу. И так почти до конца. Получается. Так, прохожу опять через вот эту бисеринку. Так. Ай. Так. Берем одну белую бисеринку. И одну голубую. Теперь проходим через голубую бисеринку. Берем две белых. И теперь мы заканчиваем, проходя через вот эту, через белую, ну и нижнюю, и через начальную крайнюю, которая осталась. И заканчиваем белым бисеринком. Так, берем две белых бисеринки, три, то есть белых бисеринки, и проходим через нового ряда, именно в ту сторону, как и в прошлый раз, как мы и плели. Так, ну это, наверное, подчасовая стрелка, я просто не знаю. Так, теперь берем две бисеринки. И проходим через одну бисеринку. Теперь опять проходим через одну бисеринку. И берем две белых бисеринки. Проходим через одну белую бисеринку опять. Так вот. Опять проходим через... Берем две белых бисеринки. Опять через одну проходим. Бисеринку. И опять проходим через одну бисеринку. И прошли следующего ряда. Теперь опять проходим через белую бисеринку. Как в прошлый раз плели, только теперь уже было не по две, а одной. Только одно отличие будет.
Сейчас я его скоро тоже покажу. Так, все плечом обычным стандартным способом. Вот так вот. Проходя это, берем две белых бисеринки. И переходим через одну бисеринку белую. Вот. Теперь опять через голубую проходим. Берем две голубых бисеринки и проходим через одну. И опять проходим через голубую, берем две эти лесенки и проходим через одну. Опять прохожу через голубую бисеринку. У меня одну голубую, одну синюю. Проходим через синюю бисеринку. Теперь проходим через голубую бисеринку опять. Берем две голубых бисеринки, проходим через голубую бисеринку. Теперь прохожу опять через голубую. И опять беру две бисеринки. И прохожу через одну голубую бисеринку. Теперь проходим через голубую бисеринку. Берем одну голубую бисеринку и одну белую. Через белую мы проходим. Теперь проходим через белую бисеринку. Берем две белые бисеринки. Проходим через одну бисеринку. Опять проходим через белую бисеринку. Берем две бисеринки. Также. Теперь проходим через вот эту бисеринку. Через следующую. И опять берем две белые бисеринки. Вот так вот. Теперь проходим через две бисеринки. Берем две бисеринки. Одну бисеринку. Проходим. Через одну опять белую бисеринку проходим. Берем опять две белых бисеринки. И сквозь нее. И опять проходим через сквозь нее. Так. Проходим через вот эту бисеринку. Через следующую белую. И опять берем две белые бисеринки. Thank you.
так вот. Так. Опять проходим через белую. Через одну бисеринку белую. И берем две бисеринки. Теперь проходим опять через белую бисеринку. Берем две бисеринки белых. Это. И затягиваем. Теперь берем еще. Мы не проходим через ряд. Теперь берем одну синюю бисеринку, торговую, и берем белую бисеринку и проходим через белую бисеринку. Вот так вот, чтобы получился треугольничек здесь. Теперь проходим через белую бисеринку. Проходим через крайнюю бисеринку белую последнего ряда, ну, который начиналось начало. Все. И берем одну белую бисеринку и проходим через нее. Вот так вот. Вот так вот у нас получается. Вот так у вас должно получиться. Так, берем две, опять берем три белых бисеринки для начала ряда. Такс. Опять проходим через белую бисеринку. Берем одну белую, одну голубую. Проходим через голубую. Так вот. Теперь проходим через две голубых бисеринки насквозь. Так вот. Теперь берем одну черную бусину и одну голубую бисеринку. Теперь проходим через бисеринку следующим, через следующую бисеринку. Берем две темно-голубые, то есть синие, две синих берем и одну белую. Вот так вот. Теперь будем опять через белую бисеринку. Теперь через белую бисеринку проходим. И просто это. О, кстати, тут оказывается не белая, а синяя. То есть голубая, господи, синяя. Голубая. Я перепутала. Извиняюсь. Теперь проходим. И опять берем
Две белых бисеринки. Теперь проходим через одну бисеринку и берем две белых бисеринки. И одну просто одну для того, чтобы застегнуть. То есть просто. Так, теперь проходим через белую бисеринку и плетем обычный ряд. Берем две просто белых бисеринки. Следующий ряд у нас просто тоже белый. Он плетется. Тоже берется две белых бисеринки. Проходим через голубую бисеринку. Берем одну белую бисеринку и одну голубую. И вот так вот. Опять берем две голубых бисеринки и проходим. Так, продолжаем. Берем две бисеринки и проходим через одну из бисеринок. Теперь мы берем одну голубую бисеринку в серединку, а другую мы сейчас просто соединим. Другой просто мы соединим. Вот так вот. Образуя опять еще один треугольник. И опять проходим через... Теперь проходим через бисеринку вот этого треугольника и берем две голубые бисеринки. Проходим сквозь кулы. Вот так вот. Опять проходим через голубую бисеринку. И опять проходим сейчас проходим через голубую бисеринку. Так, теперь проходим через голубую бисеринку. Берем белую, две белые берем. Сейчас
здесь. Ладно, мы проходим. Вот так вот. Теперь опять проходим через белую бисеринку. И берем две бисеринки белых. Так. Это продолжаем. Проходим через белую бисеринку и берем две белые бисеринки. Так вот стягиваем. Теперь проходим через еще одну белую. Проходим через следующую белую бисеринку. Следующего ряда. Берем две, то есть три бисеринки белого цвета. И проходим через одну бисеринку из трех. Вот так вот. Теперь опять проходим через бисеринку белую. Берем две бисеринки. Из двух бисеринок проходим через одну. Ну, бисеринку. Так вот. Теперь проходим через голубую бисеринку. Проходя через голубую... А, подождите. И здесь не белая, не через белую, а через голубую. Перепутала. Немножко сбилась. Так. Теперь берем две темно-синих бисеринки. И через одну синюю бисеринку проходим. Теперь проходим через две голубых бисеринки. Вот так вот. И берем глазик. Одну бусинку. И берем голубую бисеринку. Проходим через нее. Теперь проходим через белую бисеринку и проходим еще через крайнюю бисеринку середины. Где начало было рядом. Теперь берем одну белую бисеринку и завершаем ряд таким образом. Получается вот так вот. Теперь оно выглядит. Теперь берем голубую одну бисеринку
и две белых. Через одну проходим белую бисеринку. Так, прохожу через бисеринку. 5 берем 2 белых бисеринки. И дальше. Проходим через следующую белую бисеринку. Теперь берем одну белую бисеринку и одну голубую бисеринку. Так-с. Теперь проходим через бусину низкой. Вот так вот. Берем две, одну голубую, одну темно-синюю и одну синюю. Синие застегиваем. То есть проходим вторую резко через синюю. Вот так вот. Теперь мы проходим через синюю бисеринку. Следующим рядом. Берем две голубых бисеринки. Сквозь одну проходим. Теперь проходим через синюю бисеринку. Теперь берем две голубых бисеринки. Теперь проходим через белую бисеринку. Теперь берем две белых бисеринки. Опять проходим через белую бисеринку из двух. Берем опять две белые бисеринки. Опять проходим через белую бисеринку. Вот так получается. Теперь проходим опять через белую бисеринку.
И опять берем две белых бисеринки. И вот так вот проходим. Опять проходим через белую бисеринку. Опять берем две белые бисеринки. И проходим через одну белую бисеринку. Опять проходим через белую бисеринку. Опять берем две белых бисеринки. И проходим через одну из двух бисеринок. Теперь проходим опять через белую бисеринку. Так. Берем две белых бисеринки. И проходим через одну белую бисеринку. Теперь проходим через голубую бисеринку. Теперь две голубых бисеринки. И проходим через одну голубую бисеринку. И опять проходим через голубую бисеринку. И опять две голубых бисеринки. Проходим через одну из двух бисеринок. Крайнюю, самую крайнюю. Так, теперь проходим опять через голубую бисеринку. И берем две голубых бисеринки. И проходим и одну из самых последних бисерин. Проходим через последнюю бисеринку. Опять проходим через голубую. Берем опять две бисеринки голубых. И проходим через одну из бисеринок любого цвета. Опять проходим через голубую бисеринку. Берем одну голубую и одну белую. Раз бисеринку. Теперь проходим через белую бисеринку. И берем две белых бисеринки. И проходим через последнюю бисеринку. Теперь проходим через следующую белую бисеринку. Теперь берем
две белых бисеринки. И проходим через последнюю белую бисеринку. Теперь проходим через опять через нижнюю. И еще. Теперь опять берем две белых бисеринки. И опять проходим через бисеринку. Теперь опять прохожу через белую бисеринку. И опять проходим через белую бисеринку. Опять проходим через белую бисеринку из двух. Так, чтобы не заходил через последующий ряд, самое главное, не зашел. Я все время куда-то. Вот так. Теперь берем опять две белых бисеринки. И через одну бисеринку крайнюю опять проходим. Так, проходим через белую последнюю бисеринку. Берем белую бисеринку и голубую одну бисеринку. И проходим через голубую. Ну, бисеринку. Теперь проходим через синюю бисеринку. Так, сыпем вот это. Берем две голубые бисеринки. И прохожу через одну из голубых бисеринок. Самую последнюю. Теперь проходим через последнюю синюю бисеринку из этого ряда. Вот так вот. Так-с. И берем две голубых бисеринки. И проходим через одну голубую бисеринку. Последнюю. Теперь проходим сквозь бусину. И проходим через синюю бисеринку, то есть голубую бисеринку последнюю, которая проведущего, которая начала наряда была. Теперь это. Теперь одна темная. Одна светлая. Заканчиваем мы на синей бисеринке показываем. Вот так вот. Должно получиться вот так. Так, теперь мы начинаем сужать. Ряд. Берем синюю бисеринку. И две голубых бисеринки.
Проходим через голубую песенку. Теперь проходим через голубую опять бисеринку, через голубую бисеринку. Берем две белых бисеринки. Так. Вот так вот. Теперь проходим через белую бисеринку. Берем две белых бисеринки. Опять. И опять проходим через одну из белых бисеринок. Теперь опять проходим через белую бисеринку. И берем две белых бисеринки. Вот так. И опять проходим через белую бисеринку. И опять берем две белых бисеринки. Видите, теперь как это наше, это как раз появляется сужение. Вот так вот. Теперь проходим через голубую бисеринку. Берем одну белую бисеринку и одну голубую. Проходим через голубую бисеринку. Теперь проходим через синюю бисеринку. Берем одну голубую бисеринку и одну синюю. Вот так вот. Теперь проходим через голубую бисеринку и берем голубую и синюю. Проходим через синюю бисеринку. Вот так вот. Теперь проходим опять через голубую бисеринку. Теперь через голубую бисеринку. Берем две белых бисеринки. И проходим через одну бисеринку из белых. Видите, должно вот так получаться. Так. Опять проходим через белую бисеринку. То есть теперь уже через белую бисеринку. Просто была белая. Так, это. Берем две. Опять две белых бисеринки. И опять проходим через белую бисеринку. Опять берем две белых бисеринки.
Так, я... И опять проходим через белую бисеринку. И опять берем две белых бисеринки. Мы еще не сокращаем бисеринки, поэтому еще прям сужения нет сильного. Так, опять проходим через белую бисеринку. И опять берем две белых бисеринки. И проходим через одну. Ну, самую последнюю бисеринку. Опять проходим через белую бисеринку. Берем опять две белых бисеринки. Так вот. И опять проходим через белую бисеринку. Так, берем опять две белых бисеринки. Теперь прохожу опять через бисеринку. И опять проходим через голову. Проходим теперь через голову. Одну белую бисеринку. Берем одну белую, одну голубую. Через голубую мы проходим. И опять проходим через голубую бисеринку. Берем две голубые бисеринки. И опять так ждем. И проходим опять через голубую. Берем две голубые бисеринки. И одну проходим. Теперь берем две голубых бисеринки. Так, берем голубые бисеринки. Проходим через одну. Опять проходим через голубую бисеринку. Берем две белых бисеринки. Раз. Теперь проходим через белую бисеринку. Берем опять. Так. Опять берем две белых бисеринки. Опять проходим через белую бисеринку. Теперь берем две белых бисеринки, одну белую бисеринку. Опять проходим через вот эту белую бисеринку. Так, продолжаем. Теперь проходим через опять через белую бисеринку.
Так. Берем две бисеринки. И проходим через нее одну бисеринку. Теперь прохожу через следующую бисеринку. Две бисеринки и прохожу через одну бисеринку. Берем две. Так. Берем одну белую бисеринку. Берем темную синюю бисеринку. Ой, белую бисеринку. Темную синюю еще пока рано брать. Берем белую бисеринку, проходим через голубую бисеринку, берем еще белую бисеринку, а теперь берем синюю бисеринку. Теперь проходим через вот эту, через голубую бисеринку. И через синюю, которая вот здесь, чтобы закончить ряд. Проходим через нее и берем голубую бисеринку. И этот у нас ряд закончен. Так, теперь мы проходим через голубую бисеринку. Через голубую бисеринку. И берем три белых бисеринки. 2, 3. 3 белых бисеринки. И проходим через одну сюда. В сторону, где мы были. Теперь проходим через белую бисеринку. Теперь, видите, сокращаем. Тут проходим, потому что через две бисеринки получается. И делаем уже три. Так, две белых бисеринки. Опять проходим через белую бисеринку. Берем опять две бисеринки. Одну, через одну проходим. Получается вот так вот. Проходим через опять через белую бисеринку. Берем опять две бисеринки. И проходим через одну бисеринку. Теперь проходим через белую бисеринку. Берем две белых бисеринки.
И делаю это. Теперь прохожу опять через белую бисеринку. И опять прохожу через две белых бисеринки. Теперь проходим через две бисерины. Берем две бисеринки. Через две голубые, кстати, бисеринки. Входим и застегиваем белый. И опять проходим, кстати, через две, теперь только через две белых бисеринки. И проходим вот так вот. И берем две белых бисеринки. И проходим через одну бисеринку. Вот так получается. Вот так. Теперь проходим через одну бисеринку, берем две белых бисеринки. Так вот. Теперь проходим через две белых бисеринки. Опять. И берем две белых бисеринки. Теперь проходим через одну бисеринку. Вот так вот. Теперь проходим через две белых бисеринки. И берем две белых бисеринки. И проходим через одну бисеринку. Теперь прохожу. Теперь берем две белые бисеринки и опять через одну проходим. Теперь через голубую проходим и берем две опять белых бисеринки. И опять проходим через следующую голубую бисеринку. И берем две бисеринки. Теперь берем две белых бисеринки и опять вот так проходим. И проходим через белую бисеринку.
Напей проходит через многих песенок. Проходим через две белых бисеринки. Берем две белых бисеринки. Вот так вот сокращаем. И опять проходим через две бисеринки. Берем опять две белых бисеринки. И проходим через бисеринку. И опять проходим через бисеринку. И берем две белые бисеринки. Проходим опять через две бисеринки. И прохожу через бисеринку. Надо еще. И берем одну белую бисеринку. Так, теперь мы игрушку еще и набиваем. Ее надо набить каким-нибудь мягким веществом. Можно ватой, можно синтепухом, хоть чем можно набить. Самое главное, чтобы была голова набита чем-нибудь. Я вот набью набивочкой. Просто я даже не знаю, просто она из чего состоит. Так. Он для того, чтобы объем придать. Так. Еще. Так. Так. Набиваем края, чтобы не было пустых мест. Так, теперь мы сужаем. Проходим через вот этот следующую бисеринку. И берем две белых бисеринки.
Мне кажется, вот так вот затягиваем. Вот так. Теперь проходим через следующую бисеринку. Я еще две белые бисеринки. Теперь мы просто зашиваем уже. Кстати, бисером зашиваем. Так, вот так. Так. Так, еще две белых бисеринки. Так вот. Проходим через еще одну бисеринку. Теперь еще две белых бисеринки. Так, еще через бисеринку проходим. Еще две белых бисеринки. Проходим через бисеринку, через две бисеринки. Сейчас через одну прохожу, и через вот эту бисеринку прохожу, которая с края. Так вот, поворачиваем. Опять поворачиваем. Теперь одну бисеринку. Вот проходим. Кстати, если вдруг вы сильно не набили, не можно поднабить пока еще. Ну, например, у меня еще не сильно набито, поэтому я еще поднабью сейчас. Иногда это очень просто заметно при работе. А ты начинаешь это шивать. Так, теперь проходим через следующую бисеринку. Так, я рановато зашивать стал. Еще надо было. Надо было еще ряд пройти. Еще один такой же делаем. Так вот. А теперь проходим через эту бисеринку. И через другую бисеринку, которая вот здесь находится. Нормально. Вот так вот. Теперь берем вот
одну белую бисеринку и проходим через нее. И проходим через одну бисеринку. Теперь следующую бисеринку. И опять две бисеринки беру и через одну прохожу. Вот так вот. Теперь опять я прохожу. Через эту бисеринку и через эту бисеринку. Это еще ряд. Берем опять одну бисеринку белую. Вот так вот. И прохожу через следующую бисеринку. И берем две белых бисеринки. И вот так вот проходим. Опять проходим через белую бисеринку. Берем две бисеринки. Проходим через одну. Теперь проходим через белую бисеринку. И опять берем две бисеринки. И опять проходим через одну бисеринку. Теперь проходим через одну бисеринку и берем две бисеринки. И опять проходим через одну бисеринку. А теперь проходим опять через вот эту еще бисеринку, проходим по спине и две делаем бисеринки. И опять. Теперь проходим через опять одну бисеринку и через эту бисеринку. Проходим опять через две бисеринки. Одну я здесь прохожу, другую прохожу вот здесь. Вот так вот. И одну бисеринку беру. И вот так вот. И опять проходим через одну бисеринку. Сейчас и это у нас последний раз. Мы проходим просто через вот эту. Сейчас мы будем подделывать последний ряд головы. Теперь мы просто зашиваем. Берем белый одну бисеринку этими двумя и просто вот так затягиваем.
принципе, проходим опять через вот эту белую бисеринку. И с другой стороны проходим через вот эту бисеринку. Другой стороны. Другой, второй леской. И берем одну белую бисерину и проходим вот так вот. Затягивая швы. Теперь опять проходим через вот эту бисеринку. С другой стороны. И с другой стороны. И берем белую бисеринку. Теперь проходим через белую с другой стороны бисеринку и проходим через стороны вот этой, тоже через белую бисеринку, через другую бисеринку. И берем одну бисеринку для застегивания. То есть для швы. Теперь. И так. Делаем еще вот этот ряд. Проходим через. Проходим через вот эту бисеринку и через вот эту бисеринку. И берем одну белую бисеринку. И затягиваем. Делаем ее. Оп. И теперь последний для шва осталось только пройти через вот эту стороны бисеринку одну резкую, а другой просто мы теперь просто обходим вот так вот через вот эту бисеринку и последнюю бисеринку вот этого края и просто проходим, делая вот так. Все, закончили. Теперь мы просто завязываем и прячем швы. И вот такая голова у меня получилась. Этого дракончика. И берем одну белую бисеринку. И затягиваем. Делаем ее. Оп. И теперь последний для шва осталось только пройти через вот эту стороны бисеринку одну резкую, а другой просто мы теперь просто обходим вот так вот через вот эту бисеринку и последнюю бисеринку вот этого края и просто проходим, делая вот так. Все, закончили. Теперь мы просто завязываем и прячем швы. И вот такая голова у меня получилась. Этого дракончика. Так, проходим через середину бисеринку.
Ну, например, вот здесь. Проходим, берем 3 бисеринки. Через одну бисеринку из 3 проходим. Самую крайнюю. Вот так вот. Теперь мы проходим через следующую бисеринку тоже этого ряда. Это вот здесь. С этим я себе иногда помогаю, чтобы не учиться. Теперь берем 2 бисеринки белых и проходим через одну из 2 крайних бисеринку. Теперь вот так вот. Теперь проходим через следующий ряд. Это вот здесь. Вот так вот поворачиваем. И берем 2 бисеринки белые. Вот так вот. Теперь проходим через следующую бисеринку. И опять берем 2 белых бисеринки. И проходим через крайнюю белую 5 бисеринку. Вот так вот. Получается, вот такой уголок у меня получился. Проходим дальше. И еще один раз мы проходим вот так, таким же прямым через следующую белую бисеринку вот этого ряда. Полоски. Там через 3 бисеринки надо было пройти. Так. Теперь берем 2 белых бисеринки. То есть вообще их не застегиваем. И одна. И вот так вот соединяем. Соединяем. Как обычно. Теперь проходим через голубую бисеринку. Вот так вот. Которая идет в другую. Теперь мы поворачиваем. Бисеринку. Голубая, то есть бисеринка. Вот так вот. Теперь берем 2 голубых бисеринки. Проходим через одну из голубых бисеринок. И опять. Проходим через следующую бисеринку. Вот так вот. Опять берем 2 бисеринки. И проходим через 1 бисеринку. Теперь проходим еще и одну белую бисеринку. Вот так вот. Теперь проходим через еще одну. Через белую бисеринку.
следующий. Опять поворачиваем. Так вот тебе прошли. Что через эту бисеринку? Берем две белых бисеринки. Правильно сказать, три. И проходим через вот эту крайнюю бисеринку. Вот так вот. Теперь проходим через следующую белую бисеринку. Ладно. Проходим через белую бисеринку. Опять берем две белых бисеринки. И так вот. Проходим через одну бисеринку. А теперь проходим через вот эту бисеринку. И берем две белых бисеринки опять. Опять и проходим через эту бисеринку. И теперь проходим через вот эту, ту, которая была перед, тоже впереди была. И проходим через, значит, на свободный уголок из трех бисеринок начальных. Так-с. И берем одну бисеринку. Вот так. Оп. И получается вот такая я. Как шейка. Теперь берем опять три бисеринки белых. Берем, проходим через вот эту бисеринку. Теперь проходим через, еще берем две бисеринки и проходим через еще одну бисеринку. Теперь проходим еще через вот эту бисеринку. Берем две белых бисеринки. И проходим через бисеринку. Теперь проходим через
следующую белую бисеринку. Опять берем две бисеринки. И опять проходим через вот одну крайнюю бисеринку. Опять проходим через одну бисеринку. И опять берем две белые бисеринки. Теперь проходим через следующую белую бисеринку из двух, через одну проходим и берем две бисеринки. И проходим через следующую, еще одну белую бисеринку, которая вторая. Берем одну белую бисеринку и голубую. Через голубую проходим. Белую не надо. Вот так вот. Теперь через голубую проходим. Нижнего ряда. Берем две голубых бисеринки и проходим через одну крайнюю голубую бисеринку. Теперь опять проходим через нижнюю голубую бисеринку. Берем две голубых бисеринки. Следующую. И одну, через одну бисеринку проходим насквозь. Стягиваем. Теперь опять проходим через голубую бисеринку. Следующую. Берем две голубых бисеринки. И проходим одну насквозь. На бисеринку. Делаем вот так. Теперь проходим через белую вторую бисеринку. Через то есть первую. Ставим из двух бисерин и берем две белых бисеринки. И через одну белую бисеринку проходим. И опять из двух заходим в последнюю бисеринку. Из этих двух проходим опять так же. Теперь берем две бисеринки. Проходим насквозь. Опять. Теперь проходим через белую бисеринку. Теперь берем опять две белых бисеринки и проходим насквозь опять эту бисеринку. И опять проходим через последнюю белую бисеринку и крайнюю бисеринку, которую начинали. Начало. Сначала. И берем одну белую бисеринку для заканчивания
второго ряда. Следующий ряд. Берем опять 3 белых бисеринки. И проходим через одну. Из 3 бисеринок. Делаем. Ну, опять то же самое. Теперь опять проходим через белую бисеринку. Следующего ряда. И опять берем 2 бисеринки. Из белых лен. И вот так проходим. Через следующую бисеринку проходим. Берем опять 2 бисеринки. И проходим через сквозь эту бисеринку. Берем 2 опять бисеринки. Проходим насквозь. Опять одну бисеринку. И проходим опять через бисеринку. Следующий ряд. Так, опять прохожу насквозь. Опять прохожу. Опять беру 2 белых бисеринки. Опять прохожу через бисеринку. И опять беру 2 бисеринки. Опять проходим через белую бисеринку. Берем 2 бисеринки. И проходим. И опять проходим через голубую бисеринку. Берем 2 голубых бисеринок. И опять проходим через голубую бисеринку. Берем опять 2 голубых бисеринки. Опять проходим через голубую бисеринку. И опять беру 1 голубую и 1 белую в этот раз. Вот так вот. Теперь проходим через белую бисеринку. Берем 2 белых бисеринки.
Берем две белых бисеринки и проходим через бисеринку. Ну и теперь последним ячейка. Проходим через вот эту бисеринку и через начального ряда бисеринку. И одну белую берем и проходим. И закончить третий ряд. Так, теперь делаем четвертый ряд. Берем три белых бисеринки. Проходим через одну бисеринку. Опять проходим белую бисеринку. И опять две бисеринки и одну. Опять проходим на через следующую белую бисеринку. Берем две белых бисеринки. И опять проходим насквозь следующую бисеринку. Вот так вот. Опять берем две белых бисеринки. И проходим через белую бисеринку. Проходим через еще бисеринку. И вот так вот. И делаем вот так. Следующая белая бисеринка. Входим. Еще две белые бисеринки. Нижнюю берем. Опять проходим через белую. Опять берем две белые бисеринки и проходим. Так, опять проходим через следующую бисеринку белую. И берем опять две белых бисеринки и проходим насквозь следующую бисеринку. Проходим через следующую белую бисеринку. Проходим через вот эту белую бисеринку опять. Проходим через голубую бисеринку. Берем одну белую бисеринку и берем одну голубую бисеринку. И проходим через голубую бисеринку. Теперь проходим через голубую следующую бисеринку. И опять берем две голубых бисеринки и проходим через сквозь одну бисеринку. Теперь проходим через следующую голубую бисеринку, но берем в этот раз две белых бисеринки. Проходим через следующую белую бисеринку. Теперь
берем две белых бисеринки. И через одну насквозь белую бисеринку проходим. Ну и последний ряд заканчиваем. И ячейку. Это мы проходим через нижнюю ряд. И проходим, который начальный этого ряда. И берем одну белую бисеринку. Вот, сделали 4 ряда. Так, теперь мы тоже сужаем. Берем 2 белых бисеринки. И проходим через насквозь одну бисеринку. Там получится вот такой вот треугольничек. И так каждое после мы делаем один ряд целым. Две бисеринки добавляем. Вот так вот. Две бисеринки вот так. А следующий ряд опять мы делаем сужение. Берем одну бисеринку. Бисеринку. Теперь берем. Опять проходим насквозь и берем 2 белых бисеринки. Теперь вот так вот проходим через белую бисеринку и одну берем и одну бисеринку белую. Делаю вот такое сужение. Прохожу теперь через следующую бисеринку. Переберем 2 бисеринки. Теперь беру, теперь прохожу ряд следующий и одну берем бисеринку опять. Теперь проходим через бисеринку одну, берем 2 бисеринки. Теперь идем в следующий ряд, проходим и берем одну бисеринку. Теперь опять проходим через один ряд, следующий через ряд белый и опять 2 бисеринки. Теперь опять я прохожу следующую бисеринку и одну белую беру. Теперь вот так и опять прохожу через голубую бисеринку. Берем 2 белых бисеринки, проходим насквозь через одну бисеринку и опять проходим одну бисеринку, где мы берем одну всю бисеринку. Теперь проходим через
нижнюю бисеринку, еще и с крайнюю бисеринку. Еще начального ряда. Теперь берем одну белую бисеринку. И все. Теперь мы можем набивать. Так, я взяла набивку. Теперь начинаю набивать. Аккуратненько. Чтобы резко не отсоединилась. Так, мы набили. Теперь мы сужаем. Прям дальше. Берем две бисеринки и проходим насквозь через одну бисеринку. Теперь проходим через следующий ряд. Берем одну бисеринку. И так по одной мы закончим. Зашьем весь этот низ. Проходим опять через этот ряд. Следующий ряд. Берем эту бисеринку. Так. Теперь проходим через белую бисеринку. И берем одну белую бисеринку. Так, берем белую бисеринку и проходим. Так, прохожу через белую бисеринку, прохожу. Берем бисеринку, уберу. И так мы зашьем. Это. Вот так вот. И одну бисеринку берем, белую последнюю.
Надо просто завязать. Вот. Вот такой вот яйц теперь у него есть. Вот так вот. Это будет первая часть, надеюсь. Если она зайдет, будет продолжение этого урока. Выйдет. А если нет, так и нет. Так и останется незаконченный игрушечка. Ну, то есть, не игрушечка. Всем до скорого!